Всем привет, с вами Екатерина, добро пожаловать на мой канал, и сегодня хочу показать вам свои пустые баночки, то есть те продукты, которые я уже использовала и о которых могу дать вам свой отзыв, рассказать свое мнение и также поделиться, в общем, впечатлением от использования. И сегодня выпуск пустых баночек будет именно о продуктах Faberlic. Вот. Первое, что хочу показать, вот такой вот чай, мой любимый черный чай с шиповником и каркаде. Очередная пачка у меня закончилась. Это из трех представленных в продаже мой самый любимый. На самом деле это обычный черный чай, он никакой не красный, то есть каркаде там не видно особо. Как написано, что дуэт каркаде шиповника смягчает терпкий вкус черного чая, так и есть. Просто это как бы обычный черный чай, но более мягкий. Очень мне нравится. 20 фильтр пакетиков здесь. 100% натуральный продукт. И артикул этого чая 15-122. С удовольствием приобретаю. Особенно сейчас хорошая цена в каталогах. Практически в каждом 59 рублей на этот чай. Просто супер. Далее покажу вот такую недешевую сыворотку. Закончилась у меня вот такая жемчужная сыворотка, артикул 0307 из серии премиум. Специально не выбрасывала коробочку, хранила в шкафу до пустых баночек, чтобы вам показать, как это все было оформлено. Вот такая вот классная коробка. И здесь вот такая вот сыворотка. Здесь инструкция вкладыш, для чего вообще нужна эта сыворотка. И давайте я немножко вам зачитаю, что она дает и вообще, что это за средство. Сыворотка состоит из жемчужных шариков, которые будто окутывают ваше лицо прозрачной вуалью, защищая кожу от воздействия окружающей среды и восстанавливая ее эпидермальный барьер. Уже через несколько дней регулярного использования вы можете оценить результаты. Лицо разглаживается и приобретает естественное сияние. Здесь всего лишь 15 мл. Вот. И что у нас тут пишут еще? В общем, в составе этой сыворотки находятся альгинаты, которые разглаживают, подтягивают кожу, гликофильм, полисахарид из экстракта дрожжей, который образует на поверхности кожи трехмерную биоматрицу, которая защищает кожу от внешней среды, от вредного воздействия. Вот. Есть жемчужные микрокапсулы с омега-6 и церамидами хлопка. Восстанавливают эпидермальный барьер кожи, мгновенно разглаживают ее, укрепляют капилляры, удерживают влагу в коже. В общем, эта сыворотка, она нацелена на омолаживание. Вот. Неважно, сколько вам лет, уникальная жемчужная сыворотка способна разгладить даже глубокие морщины, выровнять цвет лица, сделать кожу нежной, гладкой, подарить ей внутреннее сияние. Вот. В общем, я сначала, когда ее купила, говорила вам, что ну посмотрим, поможет ли она мне омолодиться или нет. Вот, так как я уже неоднократно повторяла, у меня имеются и глубокие мимические морщины. Сначала, когда я стала ей пользоваться, мне не понравилось то, что лицо после нее, поскольку там жемчужные шарики, да, в составе, лицо покрыто как будто перламутром у вас. Я не понимала, как бы, но когда я стала ее регулярно перед сном использовать, действительно омолаживающий эффект заметен. Поэтому я думаю, что для при регулярном использовании, посмотрим сейчас, как ее рекомендуют применять, скорее всего, что курсом, не написано. Ну, думаю, что месяц точно. И вот написано, что эффект, наблюдаемый через 30 минут, глубина глубоких морщин уменьшилась на 20%, глубина тонких линий уменьшилась на 21,8%, и краснота снизилась до 20%. Это на самом деле так, сыворотка работает, это хороший продукт. Единственный ее недостаток, видите,
Вот сколько ее осталось. Пока я ее не буду выбрасывать, я специально ее хотела вам показать, что, может быть, вы уже приобретали такую сыворотку. Скажите мне, как вы выколупывали вообще вот эти вот жемчужины? Потому что здесь помпа-дозатор. Помпа-дозатор. Видите, ничего не вылезает, потому что вот этот вот стержень, он упирается в дно этой бутылочки. Вот, упирается. И туда эти жемчужинки не попадают. Я, вот видите, как выглядит сама текстура? Она вот именно такая перламутровая, жемчужная, с полупрозрачной, вот такой, как гелевая. Я уже и вытряхивала их, вот так вот выливала на палец. Сейчас я вам покажу. Вот. Вот, смотрите. Вот так вот выглядит вот эта жемчужинка сама, шарик. Вот. Но ее невозможно практически... Она раздавливается, видите, она без вот этой жидкости прозрачной, она вот такая вот, как суховатая. Вот, она крошится. То есть я размазывала вот это вот все по лицу дело, но потом у меня вот такие вот скатывались вот штуковины. Аромат приятный такой, нежный, хороший у нее. Ну, в общем, вот за это и так 15 миллилитров. И сколько осталось? Практически треть. Вот. А так сыворотка очень хорошая. Мне она действительно понравилась. В общем, не знаю только, как вот теперь вот эти штуки отсюда выковырять. Ну, в общем, если не получится, то выму бутылочку, буду использовать вот для чего-нибудь. В общем, такая сыворотка. В целом, в общем, очень довольна. Дальше. Также хочу показать вам гель-корректор точечного воздействия SOS. Так, артикул у него 0883. Очень хорошая вот эта вот серия. Ultra Clean Green. Очень хорошо вот эта вот серия подойдет подросткам, потому что быстро снимает воспаление, надежно маскирует несовершенство. А также в составе продуктов этой серии входит масло мануки и салициловая кислота, за счет чего вот воспаление и проходит. Но видите, что у меня с ним случилось? То есть практически сразу он был новый. У меня вот эта вот крышка, колпачок, в общем, вместе с носиком сломалась, и получилась вот такая вот дыра. Вот, на самом деле этот гель, он мало того, что он лечебный, он еще и вот такого вот бежевого цвета с корректирующим эффектом. Но сейчас уже он у меня, конечно, он давно вот в таком виде стоит, что он у меня уже вообще непотребный. Вот, ну так на самом деле он был жиденький такой и вот бежевый. Наносите на покраснение, допустим. Ну, вот он придает легкий такой тон. У меня, когда вот этот вот носик у него отломался, я его вообще на все лицо наносила, использовала как маску. Он прекрасно подсушивал так как бы кожу. У кого проблемная кожа, комбинированная, жирная, замечательно. Я уже купила новый такой, пользуюсь. Но, в общем, будьте аккуратны, потому что не только у меня вот эти носики ломались. Это их слабое место, в общем. Но так очень хорошее средство, особенно у подростков, которые вот такие вот подкожные, красные, волдыри больнючие. В общем, покупайте своим детям вот такое средство. Оно очень хорошее. И вся вот эта вот серия, она очень хорошая. Особенно для тех, вот, у кого высыпания на лице периодически появляются. Я рекомендую. Дальше. Что еще хочу вам показать? Закончился у меня вот такой вот гель для душа из серии Beauty Cafe «Ароматная земляника». Артикул у него 1977. Вот, хороший гель для душа, 200 мл. Ну, особо что сказать. Не такой интенсивный запах, как у мыла у жидкого. Вот. Но в целом неплохой. Повторять не буду, потому что мыло мне понравилось больше. И этот гель, он был не кремовый, а просто гель. Поэтому подсушивал кожу. В общем, в целом понравился, но повторять не буду. Чего не скажешь об этом средстве. Это мой любимчик, мой must have.
из серии Beauty Cafe вот такой вот скраб для тела карамельное пролине. Здесь 150 мл и артикул у него 1831. Видите? Вот такие вот скрабирующие частички здесь. Вот. И в составе здесь пудра абрикосовых косточек. Очень классный, пахнет безумно приятно. И он такой относительно жидковатый. То есть, но эффект скрабирования он дает очень хороший. То есть мне очень понравился этот продукт. У него вот такая вот мягкая туба, за счет чего очень хорошо выдавливать. Крышка хорошая. Удобно, в общем, пользоваться. Супер. И аромат, для меня аромат, вот он имеет как карамельное яблоко. Яблоки запеченные вот с сахаром, что-то такое. Вот, очень классный. Мой любимый из всей серии сейчас. Вот это вот серия карамельное пролине. Очень нравится. Буду повторять снова и снова. Также из серии Brise d'Amour у меня закончился гель для интимной гигиены для чувствительной кожи. Максимально бережный уход. 200 мл здесь было, 87-16 его артикул. Здесь имеется помпа-дозатор. Аромата практически нет у этого средства. Очень нежный аромат. То есть, если вы не любите средства с одушками, я думаю, что вам это средство понравится. И оно имеет кремообразную текстуру, очень нежное, хорошее. Также закончилось у меня вот такое вот новое средство для интимной гигиены из серии Expert Pharma. Это космецевтическая серия у Faberlic. Здесь 200 мл, артикул 1640. Очень классно, имеет нежный аромат. По аромату это средство один в один, очень похоже на гель для душа. Путешествие к солнцу, любовное цветение, если я не ошибаюсь. Да, очень приятно пахнет. Оно такое нежное, белое, кремовое. Очень хорошее. Многие девушки говорят, что им оно не пришлось по душе, потому что нет помпы дозатора. Я снимаю со старого средства вот это сейчас. И смотрите. Пожалуйста, вот вам помпа дозатор. Мне удобнее пользоваться вот такой вот крышкой. Просто как бы взять, открыть, налить и все. Ну вот, поэтому, в общем, если вас смущает это, то помпа-дозатор, пожалуйста, перекручивается и все работает отлично. Оба средства очень-очень хорошие. Это мои must-have, пользуюсь ими регулярно. Вот, также еще один мой must-have, это вот такое вот мое любимое мыло для кухни из серии Дом Faberlic, устраняющее запахи. Это мыло имеет уникальную швейцарскую формулу запатентованную, которая способна устранять неприятные и резкие запахи, такие как от рыбы, чеснока и других вот таких вот пахучих продуктов. Отлично мыть с ним контейнеры, сковородки, ножи, разделочные доски, в общем, все что угодно. Я им мою и овощи, фрукты, руки, допустим, после вот той же рыбы, допустим, помыть или чеснока. Супер. Чашу от мультиварки отлично им мыть, чтобы она не впитывала в себя вот всякие запахи пищевые. Супер. Вот. Моя мама, моя подруга, они уже в полный рост моют просто посуду этим мылом постоянно, регулярно. Им очень нравится. Классное мыло. Если вы не пробовали, то обязательно попробуйте. Мое любимое из трех представленных – это вот такое вот мыло с фруктовым ароматом. По запаху оно пахнет так, как пахнет яблоко Golden. И артикул у него 11206 и здесь 300 мл. Классное мыло, просто уникальное. Вот. Я вам очень его рекомендую. Вот. Также закончилось у меня от Faberlic, закончился вот такой вот ультракондиционер для белья с аромакапсулами. Здесь было 500 мл. Для меня этот аромат, он свежий, зеленый, очень классный, просто супер. Мне очень-очень нравится. Я бы с удовольствием себе, наверное, такой даже парфюм приобрела. Очень классно.
хороший, приятный, из двух существующих. Мне нравится именно вот этот вот 11038. И когда вы стираете белье, вот эти вот аромакапсулы, они как бы попадают, да, и потом при носке, при пользовании бельем, например, плед тот же постирать, вот эти капсулы, они начинают активизироваться как бы, и аромат дольше держится. И написано, что вот одного флакона хватает на 30 стирок. Но на самом деле нужно его совсем немножко. Вот. Также от Faberlic у меня закончился вот такой охлаждающий спрей-дезодорант. Артикул 1603, 75 мл с комплексом эфирных масел из серии Expert Pharma. Очень хороший, его, правда, хватает ненадолго, потому что я наношу прям на все ноги, когда они у меня гудят, устанут, допустим, после ходьбы. Вот, очень приятный аромат такой, ментолово-эфирные масла, вот как эвкалипт, еще что-то. Здесь распылитель такой, мелкая пыль идет. Вот, и можно распылять даже поверх колготок в течение дня. То есть очень удобно его взять с собой куда-то. Здесь 75 мл было. Вот, и последнее, что вам хочу показать в этом обзоре, это нашла я вот такую вот тушь у себя. Видите, была, я ее покупала, я не знаю когда, года 3 назад, наверное, покупала. Артикул 5505. Это синяя тушь, объемная была, но я хотела сделать макияж, но, к сожалению, у нее вышел срок годности. Вот такая классическая объемная щетка у нее была, видите, очень красивая тушь, вот, но она уже все, она как пластилин, у нее давно уже истек срок годности, поэтому, в общем, практически целую я выбрасываю, потому что пользоваться ей невозможно. Вот, и приобрету себе новую из линейки Skyline. Вот, на этом все. Спасибо большое, что посмотрели мой обзор. Я надеюсь, что он вам понравился, что он будет вам чем-то полезен, интересен. Если это так, то ставьте лайки, мне будет очень приятно. Пишите комментарии, задавайте вопросы, обязательно на них отвечу. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. А также регистрируйтесь в компанию Faberlic. Ссылочка для регистрации под этим видео в описании внизу. До новых встреч, пока-пока!